Чечня, северо-западная Чечня, так называемая Акка, Аккинский район. Вот, там совершенно официально, не мои домыслы, это давным-давно известно, что на озере Галанчош есть руины крепости, которые построены по европейскому образцу. Есть несколько чеченских тейпов, которые выводят свой род от пренкапу, то есть от франков. Более того, историки считают, что знаменитые своими серебряными поделками кубачинцы – потомки тамплиеров. Кстати, сами кубачинцы, которые официально считаются даргинцами, тоже считают себя потомками древних франков.